Так, ну что ж, всем привет. Мы дошли до конца почти острова Дальнее Устье. И тут мы видим целую экологическую катастрофу, я могу так это назвать смело. Мы видим в реке, то есть с реки с Волги идет заводь, выбросы вот эти вот желтого цвета, что нефть вот осаждается. Вот, экологическая катастрофа, как бы, соответственно, рыбы ничего здесь не будет никогда уже. Опять же, на это власти закрывают глаза, никакой очистки ничего не производится, суда полностью загрязняют, откуда эта нефть идет, я не знаю. Но видим, да, желтого цвета, видим, что здесь у нас потеки нефти, или что это, масло, мазут какой-то, не знаю. И здесь у нас желтая пена какого-то непонятного оранжевого, аж противно смотреть. И все это идет с реки Волги, где вот корабли ходят, там водоканал у нас, вон там вдалеке. Ну что, это нормально вообще? Нет, это же экологическая катастрофа натуральная. Нужно решать эти вопросы, иначе потом будет поздно.